Здравствуйте, сегодня у нас среда, 14 сентября. В общем, я сходила в Литл. И я просто вам покажу, цены. Ну, потому что мне это достало это все время слушать, что у нас какие-то стали бешеные цены, и что мы теперь все с голоду умрем. Это просто какой-то. Так, смотрите. Я сходила в Lidl, почти на 50 евро набрала обычно, я не знаю, обычно я взяла все продукты, какие я обычно брала. Я не вижу, чтобы вот оно как-то сильно к полю осада, 6 евро. Но оно, знаете, как бы вот полю осада вот это... курица, но она же вот по цене, слушайте, зависит от веса курицы. Так что бывает и 4 с чем-то, 4,80, 2,5, 5, 60, это 6, но она вот, видите, тут килограмм, то есть я не знаю. Я не вижу. Вот я, может быть, оно там накидано на 10 сентимов, может, на 15 там поднялось. Ну, я не вижу. Мне извините, но я не вижу. Вот набрала, как обычно, полную сумку. На неделю вот. Эти фрукты не взяла, и овощи. Я их решила оттуда не тащить с такой горы. Тут рядом потом схожу, куплю. И будет опять 60 евро, как обычно. Что там я на 12 евро овощи, там фрукты набираю. Так, это я Лёше делаю амбургесы. Когда у него нет времени пообедать. Так, это вот тоже ему кофе в капсулах в машину. Он с утра встает, себе варит. Так, это я себе купила. А, вот что, я ж краску еще купила. Так что краска это та. Краска сколько стоит. Так что-то надо краску вообще-то из общих покупок вычитать, потому что я ее раз в полтора месяца покупаю. Так, и еще, конечно, я не покупала ни шампуни, ни никакие. Салфетки забыла. Блин. Ведь шла еще 10 раз, я сказала, не забудь салфетки. Вечно что-нибудь да забуду. Ладно. Когда пойду за овощами, тогда куплю салфетку. Так, смотрите, это салат. Он евро все время 70. Почти 2 евро стоит. Вот это 6 евро получилось. Вот это 3,20, что ли, это было. Так, амбургесы. Вот амбургесы, это вот как раз они это, чтобы делать лёгкие. Так, зачем я сняла очки? Ой, господи. Блин. Так. Амбургесы. Где вот ее сейчас хрен найдешь? По ценам, наверное, надо. Так. Вот, 3,69 стоит вот это вот. 3,69. Гаспачо евро 29. Вот. 3,29, почти 3,30, да. А вот эти панелисос, вот эти евро. Евро 39. А вот бургер мид, вот оно. 4,15. Вот это 4,15. Вот. Так остальное, блин-то недорогое, если 2. Мантекилия 2,69. Мантекилия, может, вот масло подорожало. Оно на сентиме. Я говорю, на 30, может, от сил сентимов.
Не знаю. Так, это я орешки беру. Они около 2 евро. Я всегда беру, видите, с изюмом. Так, это мне сыр. Вот сыр. Дебака. Это вот сыр. Как это? Коровий. Ну, из молока, из коровья. Так, это я взяла молоко. Так, вот это корм кошачий. Почти 3 евро он стоит. Вот он. 2,99. 3 евро. Да, Муся, конечно, конечно. Задница. Ну-ка, я не Самвел. Мне не нравится, что она шастает по столу. Зараза такая. Наказываешь, и все равно она не слушается. Так, Парагвай, вот это вот, евро. Парагвай, 2, почти 3 евро, слушайте. Ну вот, фрукты, да. Все говорят, что фрукты сильно подорожали. Вот оно, масло. Ирландез почему-то, не знаю. Так, у кого-то будильник там орёт. Мороженое сколько стоит? Ладо. Это я Лёше покупаю. Вот. Почему-то с йогурта больше нет. Я с йогурта ела, с йогурта. Почему-то нету. Не вижу, где это Ладо. Хрен нажмёшь. Ну, в общем, около 2 евро больше. Нет. Так, гаспачо. Тоже около 2 евро. Васечка. Слушайте, у Васечки губа распухла. Прямо она такая была красная. И у меня, слава богу, с того времени, вот когда он болел, помните, когда ему лапку обрезали, это, мне дали, ну, целую упаковку, потом давать ему это... антибиотиков. Ну, естественно, он все это не выпил, все эти антибиотики, и там еще половина там осталась. Я посмотрела, срок годности как раз еще не вышел. Ну, это же недавно было, не так и давно. Я его вот третий день пою этими антибиотиками утром и вечером. А я еще думаю, что он не ест. Вначале я думала, что ему просто жарко, что он не ест. А потом, ну, она у него как, она у него так сильно распухла и красная такая была. Я давай. Вначале думала к ветеринару тащить, а потом думаю, так у меня же вроде есть антибиотик. Вот это песок, евро 15. Так, что там еще есть? Это сок, я смотрите, какой взяла. Манзана, это яблоко, уба, виноград, киви и лима. Лима это, ну, такой лимон зеленый. Ну, решила попробовать. Ну, это 2 с чем-то стоит. 2. Где-то. Не знаю. 2 с чем-то. Так, все, ничего больше нету. Знаете, вот оно стоит в холодильнике. Оно без добавления сахара. Оно вообще такое натуральное. Вообще натурально. Вот как будто выжато. Вот это просто невероятный сок. Ну вот, столько я набрала, думаю, что нормально. Но у меня остальное все есть. Макароны, там рис, всякое такое. Это овощи всякие замороженные. У меня много замороженных овощей. Ну так было, потому что жарко как-то, и как-то набралось все. Я в последнее время гречку себе варила. А гречку надо идти покупать у нас в такой магазин специализированный. Ну, где диетическая еда. А то в обыкновенных магазинах испанской гречки нет. У нас специальные эти магазины. Ну, ладно. Думаю, на этом закончу. Ну, я думаю, что ну, нормально. Дорогие же продукты. Это вот тут на 3 дня Лёша делать. Это тоже... Я почему это беру? Ну, потому что я тоже на работу беру. Я кусочек себе, салатик. Ну, я тоже на работу беру это.
Ну, я выезжаю в 8, возвращаюсь где-то домой полтретьего. Ну, чтобы всякую фигню не есть, там, не покупать что-то сладкое и какую-то булку, я вот взяла такое, что я курочку себе отрезаю. Там, ну, бывает это картошка в мундирах отваренная, чуть-чуть салатика добавляю, там ем. Нормально. Ну, можно из всего, как бы. Ну, я такой человек, это. Найду выход из любой ситуации. Если надо экономить, я могу экономить. У меня вот это нету вот таких каких-то понтовских этих. О, что там надо все время себя что-то изображать. Я никогда ничего не изображаю. Как есть, так и говорю. Есть. Одела бижутерию и одела. Вот это, кстати, у меня на самом деле аметист. И это, ну, позолоченное. Это не золотое кольцо, оно просто позолоченное. И там на самом деле аметист. Вот он прямо самый настоящий. Ну, понравилось, я купила, что. Так, ладно. Ну, другого цвета не было. Если был бы, конечно, какой-то цвет другой, ну, такой вот цвет. Такой какой-то сильно желтый. Ну ладно. Что делаем? Так, как без муси, да, ведь? Как тут без муси-то? Смотрите, значит, к этой краске. Я решила другую еще краску попробовать. Смотрите, тут есть вот и шампунь, и маска. Вот такая. Не знаю. Ну, обещают вот такой цвет. Ну, мне нравится такой цвет. Ну, Муся! Сиена. Я не знаю, чья это Сиена. Надо смотреть. Немецкая, наверное. Я не помню. Я что-то как-то один раз про эту фирму смотрела. Сиен. В общем, 100% покрывают это. Ой, седину у меня вся голова седая. Вся голова седая. Надо посмотреть, что Сиен, чья это краска. Да я как-то не это, не заморачиваюсь. Мне самое главное, чтобы результат был. Ну, у меня есть Сиен. Много у меня чего было. И шампунь был, и а вот дезодорант у меня Сиен. Ну, это я в Лидле покупаю. Не знаю. Попробую, покажу. Тут я вот, смотрите, концы маслом намазываю сильно, ну, потому что, чтобы их не спалить, вот эти концы у меня вот масло, где у меня масло, вот таким маслом. Ревлон вроде написано. Вот. Слушайте, она все время около меня сидит. Это просто так окошко. Вот где я, там и она сидит. Она же тут нет. Ну, это когда спит, около меня не сидит, а так. Все около меня сидит. А утром кусает меня. Чтобы я вставала. Прям за коленки кусает. Мамка, вставай, вставай.